но вратарь оказался чуть быстрее. Еще одно вбрасывание, Николаевша его принял, и что интересно, она долго забьет, была... забьет, он Николаев! Забьет! Он забил! Воу! Друзья, это фантастика, это гол вратаря Дмитрия Николаева в пустые ворота, и 4-2. И фиксирует шайбу, почему он не дает ее партнерам или не откидывает на борт, а вот почему, он решил, посмотрите, он принял, оценил ситуацию и прямо по центру направил ее в пустые ворота. Ну это на самом деле что-то просто невероятное, это что-то просто невероятное, Николаев, я второй раз такое вижу вживую.